Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественную... Дисциплинированным детеним, воинам, строго охранить войну и государственную тайну. Беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командирова и начальника. Всемерно беречь военное и народное имущество. И до последнего дыхания быть переданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Для нас солдат, гвардейцев, 2 года был отцом. Слова его простые мы навсегда учли, ведь с ними мы потом по жизни шли. И мне тогда, советскому солдату, навек его запомнили слова: силен не тот, кто никогда не падал, силен лишь тот, кто падал и вставал. Усталость познавая, одетый в языка, свет белый проклиная, тащил я свой ПК. А он с веселым матом нас гнал на край земли, пока не научились и на дембель не ушли. Я изменил с гитарой автомату, но ясно слышу мысли его речей. Кто ноет от усталости, ребята, тот устает в десяток раз быстрее.